Такая пасочка получилась. Вот, видите, такая вот. Такая вот. Видите, красота какая. Видите, на улице. Небо такое потрясающее. Красота, да? Такая, вот такое небо сегодня. Классно. Сегодня чистый четверг. Мальчики. Сейчас это хорошо, я зашел в этот магазин. Да, девочки, да. Короче, хорошо, что я в магазин зашел. Я посмотрю. Лицо замораю. Есть мальчик. У нее палки. Сука. Это что такое? Ой. Ёб твою мать. Думаю, что такое? Почему я это? Я не знаю даже. Смотрю, где я заморался. Ай, Бога милая. Ёб твою мать. Ну, простите. Ну, просто муму. Как раз. Книжка подходит, смотрите. Я даже это возле книжки на. Вот, смотрите. Муму, нашел? Да. Муму, давайте не будем муму теребить. Бедная собака. Вот как-то так. Блин, это пипец, девочки, мальчики, кошмар. Сказку не прочитала, муму уже хочу. Видеть. Нашел букварь. Нашел букварь. Будем учить. Да, букварь вот нашел. Дорогой букварь, конечно. Дорогой. Смотрите, букварь. Товарищ Трой, у меня повод есть букварь почитать. Удариться в эту. Как ее? Как сказать? Ну вы поняли, куда. В детство. Да. Как-то так. Вот какой вот красивый этот компот. Стоит 149. И добрый вот этот вот можно купить. И вот этот из груши есть. Вот этот вот есть. Этот классный. Морковный 89. Можно морковный. Да. Этот. Классно. Ричи. Ричи, смотрите, сколько стоит. Вот. 28% скидка. Ну, суть. Какой же? Ну такой можно купить, самый такой дешевенький, вот ванильный там, всякая разная. Вот этот рулет такой маковый, смотрите, классно. Такой творожный браун, такой вот бельгийский шоколад. Черничный есть, можно кремобор.
друг Наполеон. Ой, короче, вот так вот. Такой печеньки, помните, вот такие печеньки? Красота и вкуснота. А есть вот такой, смотрите, штрудель. Скажите, 119 рублей стоит. Какая красота. Да я не знаю, может, вот эти вот манго, джинс, вот эти вот есть, вот это вот. Вот. А ионка такая. Акция, девочки-мальчики, акция. Купи по акции. Бретонская. А, бретонская. Короче говоря, вот. Такое. А кто производитель, девочки-мальчики? Пшеничная. Вот такие я тоже делаю. Вкуснятина. Красота-то какая. Вот. Смотри, какие чучундрики. И вот эти вот цыплята. Не падай. Красота. Можно. Это уже, знаешь, на это можно сходить. Вот, видишь, красота. Гвоздики можно. Вот эти вот всякие. Вот это вот. Смотри. Переводные картинки. Пасхальные красители. Вот здесь вот такие цветные. Понял. А, барни. Барни он, насколько акции стоит. Такое или такое вот. А, вот это вот. Вот это вот. Девочки, мальчики, Милка. Так, 113. Угу. Видите, какой цыпленок жареный. Кебаб. Такую купить можно, и все, и нормально, живи, вкусно. Правильно, да? Как вы думаете? Все правильно, все верно, Асель. Да. Вон наш Ашань.
девочки, мальчики, небо какое. Вышел, короче, в своем этом. Да. Короче говоря, я иду туда. Тырин-тырин-тырин. Пырим-пырим-пырим. Что сказать? Спек Пасху сегодня. Еще один рецепт, короче говоря. Еще один рецепт спек. Ну, наверное, на этом и хватит уже, да? Пасхи. Пёч. Правильно? Здрасте. Короче, вот так вот. Я даже не знаю. А что делать-то? Такие бы хорошие пасхи получились. Классные. Я сегодня еще их украшу. И, конечно, покажу вам. Да. Вот в ролик пойдет. Да. Девочки, мальчики, господа, товарищи. Да? А пока пойдем погуляем. Девочки, мальчики. Руки, кстати, так мерзнут, ребят. Сегодня вообще холодно. Блин, снег выпал, потом растаял. Вот троллейбус идет. Семерка, 22-й сзади. Поедем на 22-й. Короче, вот так вот. Тырым-пырым, растутырым. Да? А, ну он не поедет. Вон он, 36-й поедет. 22-й не поедет. Есть. Парк едет. Тут раньше столовая была. Потом еще один магазин сделали. РМБ-техника. Потом это как... А сейчас вишня. Вот тут где аптека была. Это где аптека сейчас. Там колобок. Самолет летит. Вон он, видите, сейчас. Я вам не видно. Этот как его? Такой куда-то летит. Наверное. Вот видите, похолодало. Сегодня же вообще похолодало. Позаботьтесь у всех примерно пищи. Короче, вот так вот, девочки, мальчики. Ой, что-то. А что опять, господи, опять закрыли. Только недавно открыли, опять закрыли. Ёлки-палки. Я в ахере. Фермер-центр опять тут закрыли. Открылся и закрылся. В прошлом году. На этом я сегодня заканчиваю ролик. Короче говоря, пасочку. Сделали, тырым-пырым, растут, тырым. Ой, ну красиво. Красота будет. Небо просто. Там закат, высад. Вон, видите, самолетик летит. Опять куда-то. Вон они. Че птица? Наверное, птица все-таки. Ой. Не видно. Ага. А, вот
так вот. Ладно, мне еще. Не вижу. Улетел. Улетел, короче. Курва. А я покупочки такие купил. Прям не могу. Сейчас пусть раскочит. Что-то я так даже кушать захотел, не пойму почему. Я вообще варю либеральный. Да. Дам. Короче, вот так вот. Кстати, вон там у нас домик новый. Да. Панельный какой-то. Короче, ладно, девочки, мальчики.